Всем привет, меня зовут Виктор, и мы продолжаем проходить Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn. Так, а чё у меня опять хилок нету, что ли? Так, где? Давай вспомним, чё мы хотели и куда мы хотели. И хотели ли мы, да? То есть вот сюда он пишет, до Смоляного утёса. Ну, до Смоляного утёса мы доберемся, конечно. Доберемся. Мерзлые пустоши. Древний арсенал. Ну, топливные элементы. Так, а это основные, да? Павшая гора. Пограничная земля. А, Смоляной утес. Доберитесь до злого перевала. А это где? Ну, это тоже где-то, где нихера не видно там, да? Так, ну по сути нам надо то, что пониже там, да? Давай. А, ну тут, в принципе, это все вот здесь, да, находится. Все тогда сюда и топим. Так, а я вот котел Дзета, я же его не вычищал еще, по-моему, да? Ну, раз не вычищал, то придется вычищать. Что-то ресурсов практически у меня никаких нету. Я не знаю сейчас, чем мы будем воевать. Каким образом будем побеждать? Ну, каким-нибудь образом, думаю, победим. Так, мне главное сразу в правильном направлении пойти, чтобы не оказалось, как всегда, я щеманул да не туда. Так, а что здесь такое? Это вымершая какая-то деревня. Это блокпост чей-то. Что здесь? Вообще живые тут есть? Нет? Ну, я же живых могу вот так вот просканировать там, типа, да? Ну, такое чувство, что здесь нету живых. А это значит, что никого убивать мне там не надо. Прятаться ни от кого не надо. А значит, и делать мне там нечего. Так, пока бежим правильно. Впереди нас ждет костер. А это копьероги, да? Нет, или что это? А, дуголобы. Ну, как бы они такие не сильно жесткие. Слышите, дуголобы? Вы, если не успокоитесь, я вас замочу, короче. Лучше молчите там, стойте там, жуйте свою там... траву или что вы там жуете там, биосифилис там свой этот сейчас давай сохранимся вот так вот. Ой, я просто сейчас не хочу тут сейчас, блять, ни с кем воевать. Мне после там это еще не отошел. Слушайте, вы там прекращаете, а? Я же могу и огорчиться. Я же могу и огорчиться, могу и это. В ответочку зарядить. Что вы там успокойтесь. Прекращайте. Так, а ты... Нет, пока. Пока топим дальше. Пока топим дальше. Слышу, там кто-то ходит какой-то там. Thank you.
Кто там? Кто там хрюкает? Вы? Все, не. Зараженная зона. Ой. Мне нечем с вами сражаться, нечем. Я даже огненные стрелы, по-моему, сделать не могу. Так, а ты какого уровня зараженная зона? 32-го. О, конечно. Тут. Там мне тут стрел придется. Нет, огненные я могу стрелы сделать, это хорошо. Но только там придется херачиться с ними. Ты чё, блин, кабан? Охерел, что ли? Кто тебе сказал убегать? Так, вот так. А тут есть фигурка банука, тут есть металлический цветок. Ну давай мы, может, к цветку сгоняем. Ну, только мне такое чувство, что он это показывает, что надо с это опять назад возвращаться. И вот здесь, да. Ладно, может, мы тогда потом к бануку. Не, ну вон того махнорыла я могу это. Того махнорыла я могу просто перехватить управление. А, стоп, я же могу его типа это подозвать, да? Я могу его подозвать. Сейчас он такой будет красться ко мне потихоньку и перехватывать. Элой, начнем. Элой, а мы его будем перехватывать, нет? Или я не могу его перехватить? Элла, Элла. Ух, блин, копье такое слабое у нее это оказывается. Это просто капец какой-то, блин. Слабое, очень копье, слабое. Вот мне бы копье помощнее. Вот это было. Да было бы хорошо. Помощнее копье.
Так. Банук. Ну давай. Блин, высовываться не хочет. Испугался, испугался маленький бедненький. Ну мне ж надо как-то добраться до банук. И чё, это не с этой стороны, что ли, придется добраться, получится, да, добраться? Или с этой? Как-то тут херово, понятно. Вроде отсюда, да? Ну давай отсюда, так отсюда. Ну, я буду надеяться, что отсюда. Вроде что-то есть тут такое, похожее на проход. Где этот? Все отлично. Да, я это сделал, добрался. И все, отвали. Что у нее с руками? Это ж просто... Голыми руками это было проще. По канатам спускается. Это ж. Рукам должен уже быть полный там. Обздец. Так, давай, сколько нам? Немного, да, вроде осталось? Вроде немного. Линтороги. Травка, травка. Так, это у нас кто тут ходит-то, интересно? Свои, не свои, чужие, бандюганы.
Непонятно. Так, эти не нападают, это ладно. То есть, возможно, это... Ну, это вроде это. Положительные герои. Агент Марада должен быть на рыночной площади. Где этот агент? У него было время собрать сведения. Надо поискать. Убили, наверное, конечно, его. Завалили, наверное, агента. Разыщите агента Марада. Так, что мы можем тебе продать? Давай мы посмотрим из модификации. Но... Как обычно... Купить ресурсы. Давай провода купим. Так, огнежара. Штук 50, думаю, хватит. Тут недавно был кто-то и явно спешил. Вот он, агент Марада. Это агент Марада. Люди Дарвала его нашли. Выходит, он что-то знал. Посмотри. Он нарисовал карту своей кровью. Да, таким картам стоит следовать. Вот Смоляной утес. Он отметил точку на севере. Наверное, Дарвал тут. Мои люди ждут у границ города. Я приведу их сюда. Ну и что дальше? До склада Дарвала добраться? Давай. Доберемся. Чё ж нам не добраться-то, да? Конечно. Пошли. Перепрыгнула.
Я же вас перехватывал. Почему я сейчас-то не могу вас перехватывать? Ой, блядь. Блин. Капец, блядь. Я не понял, я же вас могу перехватывать вроде. Так, ну-ка давай. Так, стой, что? У меня 7 навыков есть, нихера себе. Я что-то и забыл про них совсем. Доп. Ресурсы, это тоже хорошо. Это тоже хорошо. Давай выучим так. Просто так, чтобы было. Не факт, что это пригодится. Ну просто так, чтобы было. Они меня выслеживают. Еще бы. Столько шума понаделала там, пока убивала. Буревестник? Что это? А это вот они.
Коршуны. А, не, вообще есть коршуны, есть буревестник. Во. Так, и что? Ну, лагерь Дервала. Мне в лагере Дервала надо будет убить всех или что с ними надо будет сделать? Ой, я могу эффективнее изготавливать. То есть я могу больше изготовить ресурсов. Я что-то только что вкачал. Машины. Их сковали цепями. Дервал техник. Наверное, он на них экспериментирует. Или на части разбирает. Они помогут мне навести шороху. Я пойду первой. Ждите, пока завяжется бой. Хорошо. Мы тебя прикроем. Выпускайте машины! Стреляйте в цепи! Берегись, долгодон! Ну, мы ж уже напали.
Так, а что мы ищем? А может быть у меня... А, нет. Типа, я хотел сказать, что типа, может быть у меня копье там, когда меня там в плен забирали, это брали. Но я же этого рыскаря смог перехватить, значит. Значит, других могу перехватить. Ловушка. Походу слепой, походу он слепой. Эрза наверняка там. Надо прорваться. От этого жуткого звука. Не, ну я хочу с этой тяжелой штукой прогуляться. О, она теперь быстрее бегать стала. Дервал пытал меня. Он мало знает. Почему ты не взяла меня? Я должен был пойти. Пусть я никчемный пьяница, но... Нет, дурак. Дервал прислал письмо. Вызвал меня на переговоры. Я знала, что это ловушка. Потому не взяла тебя. Чтобы ты не попался. Просто я переоценила свои силы. Думала, что справлюсь. Послушай... Дервал сделает Меридиане что-то страшное. Сказал, Ават увидит, как дым застилает его обожаемое солнце. Ты нужен королю. Игры закончились. Пора быстро становиться взрослым. Понял. Обещаю. Смотри, выполню, братец. То есть все это время она ждала его. Пока я ходил, делал доп задания, качал себе левел, собирал лут
Хер знает сколько. То есть это был 15, 21 уровень. Она его ждала для того, чтобы просто на руках у него сдохнуть. Ну или помереть там. Рэнд. Соболезную. Надо найти Дервала. Но меридиан такой большой. Я осмотрю его вещи. Может, найду зацепку. Ты осмотри его вещи. Может, найдешь зацепку. Что он тут проворачивал? И хочу ли я вообще это знать? Ну, наверное, да, потому что ты же его вещи собралась осматривать. Или типа ты это просто так сказала, что типа... Эту машину разобрали со знанием дела. Неизвестные материалы, очень сложная конструкция. Странное устройство. Красиво сделано. Что будет, если включить? Давай включим. Вроде работает. Ну-ка, давайте скажите что-нибудь, лапочки. А что сказать-то? Я даже не знаю. Да что угодно. Я просто хочу услышать твой голос и сохранить его. Я спалил, папа! Ла-ла-ла-ла-ла-ла! Прекрасно! Песня и смех. Это даже лучше, чем слова. Теперь смогу услышать, когда захочу. Ну что, все? Тогда быстро спать. Спокойной ночи, папа и мама. А ушла? Что мы будем делать? Они подбираются все ближе к источнику. Долго мы сможем прятаться, как... Память о родных. Дервалу теперь нечего терять. Угу. Может, что-нибудь в записи? Рабочие записи из мастерской. И какое-то письмо вложено. Он переправлял в город огнежа. Найдем его, найдем Дервала. Кажется, я что-то обнаружила. Нам надо вернуться во дворец. Иди. Я догоню. Я должен позаботиться о сестре. Ну ладно. Так, солнце падает. Угу. Так, ладно, давай. Переместимся по-быстрому. По-быстрому переместимся.
Я послал гонца в жилу. Нужно всем сообщить. Если тебе или племени что-то понадобится для ее похорон, рад тебя видеть. Я в растерянности. Обрести надежду и снова ее потерять так жестоко. Слова теперь ни к чему. Эрза велела найти Дервала. Вроде он говорил что-то про небо в дыму. Расскажи, что ты нашла? Письмо. О том, что на местный склад отправили партию Огнежара. Только адресат не Дервал, а некий Эйлунд Кузнец. Вам это ни о чем не говорит? Звучит знакомо. Да, домовладелец. Озерам скупают дома в городе, и среди купивших был и он. Сейчас вспомню. На краю плоскогорья, рядом с храмом. Там была лавка, но можно сделать и склад. Если под этим именем скрывался Дервал, он может быть там. Соберу бойцов. Я иду туда. Рен, стой. Твое племя ненавидит Дервала сильнее прочих. Кланы дали бы за него хорошую цену. Взять его живым? Чтобы ты за него поторговался, как на базаре? Мы должны всеми средствами поддерживать мир. Если появится возможность, возьми его живым. Считай это приказ. Элой, пару слов. Можно? Эрент не стал рассказывать подробности о гибели Эрзы. Что вполне понятно. Но только дело в том, что я теперь не могу ни о чем другом думать. Ты была там. Она мучилась. Теперь не она мучается, а вы. Вы не успели с ней попрощаться. Это так очевидно? Ты права. Я думаю о своей боли, как и о ее. Есть лишь один способ унять эту боль. Разыщи Дервала и доставь сюда. Клянусь, он за все ответит. Окей. Окей. Так, добраться до склада. Ты здесь, Дервал? У нас для тебя сюрприз! Оу-оу-оу. Или у него для нас. Это бомба? Какая-то маленькая. Хватит, чтобы нас убить. Ладно, умолкаю. Да, это бомба. Сделана искусно. Огнежар. Видимо, наверху емкость с ним. Ну и чё? Наверх поднимаемся. Сколько тут огнежара? Если та бомба внизу взорвется, все будет, как он и обещал. Дым затмит солнце, а город утонет в пламени.
Мы должны это предотвратить. А что сделать-то надо? Если попытаться ее разобрать, она взорвется. А если эту херню сдвинуть? Если от него как-нибудь избавиться, взрыв будет куда слабее. Так что она взорвется или как? Если честно, я бомбы не очень люблю, особенно когда они рядом со мной. Не, я думал, может. Если от него как-нибудь избавиться, взрыв будет куда слабее. Если от него как-нибудь избавиться, взрыв будет куда слабее. Похоже, деревянная скоба не очень прочная. А этого что, никак? Помоги вытолкнуть. Хорошо. Грубые силы, это я могу. И что? Спасем город, надеюсь. Но как упадет, сразу беги, потому что тут же сработает детонатор в бомбе. А мы выживем? Может и нет. Толкай. Получилось. Мы не дали Дервалу уничтожить Меридиан. Хер его знает. Он хотел заставить Авада смотреть. Ну нет. Дервалу не попасть во дворец. Он охраняется. Ты все же иди туда. А я осмотрюсь. Может, люди Дервала оставили какие-то следы? Ладно, не бойся. Во дворце его сразу прикончат. И на них огнежал. Не хотите ли поучаствовать в одном из матов? Будем передавать по цепочке. Что случилось? Не слыхал такого взрыва со дня освобождения. Я хочу обсудить с тобой один животрепещущий вопрос. Смотрите, там дым поднимается. На нас след ведет внутрь. Еще одно убежище Дервала. Угу. Дервала. Ну и что дальше-то, ёптать? Ну идет внутрь, что? Активных-то никаких кнопок нету. Ну,
я шел по следу, и чё? Пришел. А дальше-то куда, ёптать? А. Понятно. Видимо, здесь Дервал собрал детонатор. Он пробил тоннель в стене. Угу. Дервал все-таки пробрался во дворец. И никто этого не слышал, да? И он сразу ее увидел, да? А, подожди, может, мне надо было вниз просто? Короля солнца на коленях. Подойдет? Кто-то должен охранять тыл. Ты бы свой тыл охранял. Грибы, грибы, грибульки. Грибы, грибы, грибулечки. И стражи нигде нету, да? То на каждом углу стояла стража. Посмотри на себя. Жалкий последыш безумного короля. Ты отнял у меня право убить твоего отца. Ну, обойду с тобой. Приятно посмотреть, как карха горят. Тем приятнее, что смотреть мы будем вместе. Прощайся с Меридианом, Ават. Вдохни запах гари и подавись пеплом. Что-то не так. А то есть ты взрыва не слышал там, блядь. Весь город слышал, ты не слышал. А, ты в берушах, что ли, со в этих? Со стороны окраины задымило. Нет, должна быть буря. Буря! А не какая там струйка дыма! Тогда мне придется что-то выбросить. Thank you.
Да, надо было именно нажать. Действие уничтожить. Так-то ж нельзя было, да? Понятно все. Ну, пошли. Уже пора что этого. Это? А, та самая девка, что напала на мой лагерь. И обезвредила бомбу. А, вот так. Но это ничего не меняет. Я все равно ограблю трон кровью. Сперва твоей, а потом его. И почему за мной дерутся его бабы? У меня была армия. Я убивал соколов и лиходеев. Карта. Ты, блядь, встанешь, нет, тупица конченая. Мне еще надо убить бога солнца. Почему за Авада всегда дерутся его бабы? Всё. У меня была армия. Соколов и лиходеев, а ты лишь дикарка. Давай побыстрее. Мне еще надо убить бога солнца. Ты начинаешь меня бесить. У меня была армия. Я убивал соколов и лиходеев. А ты лишь дикарка. Плохо ты стараешься, блин. Это еще не все, Нора. Любой мастер Азерам тебе скажет. Всегда нужен третий план. Дорвало, прикончи. Убей его. Мне что, всех их надо убить, да? Ну давай. Я надеюсь, ты любишь с такими драться, потому что у меня их еще много. Обожаю. Зачем возиться с самому, если можно позвать машину? Thank you.
Зачем возиться самому, если можно позвать машину? Да у тебя и машин-то как-то не осталось особо. Пес, блин, чуть не сдох. Чуть не сдох. Ну что вот этот? Где этот тут? Мудень. Я бы хотел, чтобы тебя прикончила Эрза. Но могу сделать это и сам. Давай. Я не боюсь. Хотя ты и тут напортачишь. Как всегда. Я знаю, чего ты боишься. Что тебя отправят в источник в цепях. Все кланы в жиле хотят твоей смерти. И они знают, как тебя помучить. Столько будет желающих. В этом ты весь, убивать чужими руками. Заткнись. Твою судьбу решит король солнца. Все. Элой, сказать, что я испытываю благодарность, значит ничего не сказать. Ты спасла мне жизнь. Ты спасла Меридиан. Ох, какая ты крутая. И благодаря тебе убийца будет наказан. Мы сможем оплакать Эрзу, зная всю горькую правду. Что бы с нами было, если бы не ты? Думать не хочу. Надеюсь, ты останешься в Меридиане. Мне пора идти. Стой, подожди. Все-таки... Я бы хотел, чтобы ты осталась в Меридиане. А это зачем? Мне кажется, это очевидно. Мне нет. Ну, во-первых, благодаря твоим усилиям город не сгинул в пламени. Ты сильная, умная, ты способная. И мне очень нужна такая помощница. Спасибо.
спасибо за предложение, но мне кажется, ни вы, ни я к этому не готовы. То есть, сейчас. Мне предстоит еще много сделать, и я знаю, что моя цель далеко от Меридиана. Ну, конечно. Не буду настаивать. Ты как Эрза. Сама себе хозяйка. Но знай, ты всегда здесь желанная гостья. Я все же надеюсь, это рассвет для нас, а не закат. Ну, как бы игра так называется даже. Мне пора идти. Zero Dawn. Надеюсь, ты найдешь то, что ищешь. И если надо, я приду к тебе на помощь. Всегда помни об этом. Элой, я тут думал об Эрзе. Она бы убила Дервала на месте, точно. Потому она и отправилась к нему, чтоб прикончить. Но она велела мне взрослеть. Было тяжело такое услышать, но пытаюсь ей верить. А тот, кто взрослый, делает, что должно, а не что хочется. Так? Ты меня спрашиваешь? Ты явно постарше. Да, но веду себя как юнец. Ты поступил правильно. Еле себя заставил. И до сих пор хочу потихоньку свернуть ему шею. Ты этого не сделаешь. Ты хороший капитан. Ну хватит. А то расплачусь. Что ж... Знаю, тебе пора. Искать убийц, покорять машины, дел не в проворот. Это знаешь, точно. Когда мы встретились, я думал, повезло этой красотке, что познакомилась с такой важной шишкой, как я. Но это мне повезло, что ты уделила мне минутку. Только не забывай меня, когда будешь покорять мир. Для тебя всегда есть минутка. Может, даже две. Две? Ха! Я ей нравлюсь. Так, и чё? Чё? ХП нету, да? Нету. Что у нас тут? Куда опять там меня посылают? Добраться куда-то там надо. Злого перевала. А что здесь? А, вот сюда, да. Окей. Ну окей, добираться до Злого Перевала мы уже с вами будем в следующей серии. На сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. И до новых встреч. Всем пока.